Так. Вот интересную сделали историю. Подсказали мне, что можно сделать вот такую штуку, то есть в прямом эфире отвечать на вопросы, которые будут поступать. Сейчас вот я вышел потестить. В принципе, нормальная такая история. Вот видите, сразу видно вопрос. И можно, я так понимаю, что менять их. Неужели Порошенко, угрожая войной, не понимает, чем она кончится? Я думаю, он прекрасно понимает, для этого и делает это. И помогает ему в этом, так скажем, наши западные партнеры. Ну, партнеры, понятно, в кавычках, да, враги России. Я не понимаю другого. Он что думает, что он выживет, что ему дадут политическое убежище потом? Нет, конец его будет плох. Так, закрываем. Так, и теперь что? А, теперь вот можно выбрать еще. Вот, смотрите. Прикольная тема, да. Спасибо, кто подсказал. Может быть, так и будем делать. Ваши дети верят в Деда Мороза, а вы верите в чудеса? В чудеса я верю, а мои дети верят в Деда Мороза. Так, закрываем. Ну, вот что-то из-за лайков не получается ткнуть, закрыть эту штуку. Так. Как относишься к Иосифу Виссарионовичу? Великолепно, положительно, как у любого государственного деятеля. У него были и ошибки, но и какие-то негативные истории, но все они меркнут по сравнению с достижениями, которые были у него. Так, вот сделали бы, чтобы эти вопросы убирать не на крестик, а на... С наступающим Новым годом, вот там пишут. Так, так, так. Возможно ли строить СИЗО с одиночными камерами? Нет, невозможно, потому что в каждом СИЗО есть одиночные камеры. Называются они карцер. Это тюрьма в тюрьме. А так содержаться люди должны совместно с другими людьми. Вот, ну вот смотрите, да, вот потестили мы, прикольно так получилось. Будем делать, давайте кого-нибудь в эфир выведем. Человека какого-нибудь увидим, вот запрос. О, какой-то Гельмут Фейнберг. Кто это? Кто это? Выходи, покажись. Отклонил приглашение, а зачем тогда добавлял? Так, вот газовые, вот тоже ник, почему такой? Газ W... Что это такое? Тоже отключено. Алло. Да, Павел. Приветствую. Приветствую. А что такой ник? Газ, W. Просто лень было придумывать ник? Да-да, просто скучно было. Решил. Понятно. Рассказывай чего-нибудь. Я так личность не очень публичная, но прямо это. Я не ожидал, что буду в эфир. Ну ты же добавился. А зачем добавляться, если не ожидал? Там сын или пищит, или дочь? И сын, и дочь. И сын, и дочь. Вот супер. Да. Так. Какая тема-то у нас? Там, смотрю, что-то всплыло по поводу Иосифа Сталина, да? Я тестил возможность отвечать на вопросы в прямом эфире. Вот и добавил тебя. А ты, кстати, что по Сталину думаешь? По Сталину? Ну, в принципе, ничего отрицательного не могу сказать про него. Хотя... Про него я тоже ничего не могу сказать, но отрицательно. Но при нем действительно были там разные жесткие моменты, но делал не он их. И очень многие заблуждаются, когда говорят, ну вот он же руководитель был, он должен был следить. Ну попробуй за такой, за Россией-то нельзя уследить одному человеку. А это был Советский Союз. Тем более Сталин практически в границах Российской империи восстановил территорию, да, Советского Союза. Поэтому больше... Да, считаю, что режим, как говорится, правление его был достойный. Он был адекватен тому времени, потому что мы войну получили, у нас все солдаты были, я не знаю, в ватниках и в таких, ну, то есть просто в лохмотьях, да, и мы были с одними винтовками. А сдал он какую страну после войны, как она развиваться начала, это, конечно... Большой, да, плюс. Ну, конечно, вопрос по сыну, по его, там, когда он в плен попал, и все вот эти вот нюансы. Ну, в принципе, как бы при такой должности, наверное, он, в принципе, правильно поступил, как говорят.
Ну, я думаю, ему тоже, он сына-то любил. И думаю, ему тоже было больно, да, когда он сказал, что я солдат, на генералов не меняю. И, а вот у Хрущева сын как раз дезертировал. И потом его расстреляли. То есть, ну, там, старший сын. То есть, ну, были такие моменты. Ладно, хорошего дня тебе. Все, все взаимно, да. Павел. Потом в личку. С наступающим Новым годом. Первый день, похоже, давай, хорошо. Да. Так, ну все, потестили вопросы-ответы. А, вот. Еще один. Как относится повышение цен на топливо? Как думаете, поднимется ли еще? Ну, как я могу относиться? Вы же видите, я в машине сижу, приехал на стоянку. Резко негативно отношусь. И не понимаю, почему она повышается, цена на топливо. Но думаю, что будет еще повышаться. Потому что, видите, парковки повышают. Все, так сказать, тянут с людей. Так, ну вот еще там, ну, были на Дальнем Востоке, что был, конечно, и не раз. Давайте всем хороших выходных, потестил. Спасибо тому, кто подсказал, что появилась такая прикольная опция. Все, всем добра.